пришла? Нет. Черт возьми, у меня не так уж много времени. Мы потерялись в гастрономе. Прошу вас. Ну что, парни, давайте знакомиться. Давайте. Михаил. Владимир. Это ты. Все знаю. Сочувствую, рад. Благодарю за чувство. Михаил. Хвостянов. Семен Парамонович. Парамонович. Комик. Комик. Вы оком. Артист. Какой приятности вы себе позволяете. Да ладно тебе. Черт, в половине 11 я должен быть в казарме. Ну как, парни, выпьем или подождем Ниночку? Выпьем. А где папаша? Кого ты называешь папашей? Как кого? Отца Ниночки, твоего отца? Ты с ним еще не знаком, уже называешь его папашей. Впрочем, он на работе. Вы присаживаетесь? Черт побери. Почему ты говоришь мне «вы»? Ну, вы говорите «ты» мне. И моему другу, это вас что делать? Парни, что за формальность? Мне эта субординация во как раз очертила. Давайте проще. Выпьем по этому поводу. Солдат всегда солдат. Вот и ты делаешь. А что у вас?
Регламент звучит, что опоздал Куба. Тяжело, верно? Я не прав. А интересно, что вам полагается за опоздание? Я никогда не опаздываю. Я так и думаю. Боже мой, ну какое это имеет значение? Минуточку, не опоздаешь, тебя завтра.
у вас был этот самый кларнет? Она тебя подвела. Ты его с кем-то спутал. Да точно. К тому же тебе пора в казарму. У тебя в запасе 13 минут. Чем же прекратите? Я разговариваю нормально и говорю правду. А если кому-то это не нравится, пусть он идет ко всем чертям. Михаил, я должен признаться. Я играю. На похоронах. На похоронах. И на танцах. Mm-hmm.